Друзья, всем привет! И у нас сегодня есть замечательный принтер, который мы хотим разыграть. Поэтому обязательно нужно дождаться конца этого ролика. Там я расскажу о условиях, которые нужно будет соблюдать для того, чтобы его выиграть. Ну и наперед могу забежать и сказать, что он безумно крутой. Вот просто стоит поучаствовать в этом розыгрыше. Абсолютно бесплатно, без рекламы и вложений денег. Поэтому поехали. HP InkTank Wireless 415. Я думаю, что не существует человека, который не знает о компании Hewlett-Packard, она же HP. Это производитель очень таких солидных ноутбуков и, конечно же, принтеров. В 2016 году компания Hewlett-Packard приобрела направление компании Samsung, направление непосредственно принтеров и так далее, с мыслью о том, чтобы развить еще больше свое это направление. И сейчас вот у нас на рынке появляется безумно крутейший принтер, точнее даже не принтер, а МФУ, это многофункциональное устройство, HP InkTank Wireless 415. Основная идея его в чем? Во-первых, это его система непрерывной подачи чернил. Она устроена логичным образом, и ну, я чуть-чуть позже расскажу еще. В общем, вот это вот просто лучшее, что я встречал в принтерах в принципе. Также это устройство это самый приятный флагман по стоимости. В его классе за эти деньги практически нет таких возможностей. Абсолютно всех конкурентов стоит либо дороже, либо если в этом ценовом сегменте, то оно обладает гораздо меньшим количеством потенциала и возможностей. Поэтому это действительно народный принтер, народное МФУ, который может и отсканировать, и сделать ксерокопию, и, что очень удобно, заливать сюда краски. Как известно, ни одна заправка принтера не происходит без разливания красок абсолютно везде. И руки ваши 100% будут в краске. И я, когда только получил этот принтер, я так думал, о нет, это все будет в краске, потом сотни тысяч лет это все отмывать. Но, друзья, посмотрите на мои пальцы, они абсолютно чистые. Ничегошеньки, вообще ничего, ни капли не пролилось. Абсолютно все продумано и замечательно. Во-первых, в комплекте идет повышенная емкость чернил. В комплекте идет две бутылки вот таких вот по 170 мл черной краски и цветной краски, три баночки, пурпурная, синяя и желтая, по 70 мл. Суть ее такова, что вы можете заправлять без вообще проливания. Здесь непосредственно в этой бутылочке стоит клапан, вы когда ее наливаете, ничего не проливается, и когда достаете, тоже краски нигде нет. Это просто вау, это круто и здорово. Вообще весь процесс установки принтера, он занимает очень малое количество времени. Все логично, все понятно, все подписано в инструкции, прям вот для таких вот, как я, написано, что нужно отодрать, с какой стороны повернуть и так далее. Там даже написано, что если вы собираетесь его перемещать, на короткое расстояние сделайте вот это, на длинное расстояние сделайте вот это. Безумно крутое, безумно крутое МФУ, но самое главное, мы бы не были техноканалом, если бы это был просто принтер. Кого уже удивишь принтером, который подключается к ПК? И у меня ПК нет для этого, в принципе, поэтому... Не зря он называется Wireless. Мы скачиваем приложение на наш смартфон под названием HP Smart, благодаря которому мы можем распечатать фотографии откуда только наша душа пожелается. Можно непосредственно с самого смартфона, если у вас есть оригиналы, либо же можно выполнить вход в свой Instagram и прям с Инстаграма распечатывать дерзко и резко, либо из Фейсбука. И мы, допустим, сейчас вот возьмем, откроем какую-нибудь фотографию с нашего смартфона, и непосредственно ее распечатаем, чтобы посмотреть на качество. Я для этого еще специально фотобумагу даже нашел, что было очень тяжело, потому что никто не хотел давать эту фотобумагу. Но как только я показал, на что способен принтер, сразу и фотобумага нашлась, и все у нас стало прекрасно и замечательно. Мы выбираем фотографию, после чего нам непосредственно принтер говорит о том, что он может печатать как в цветном режиме, так и в черно-белом. Он нам предлагает выбрать бумагу, так как у нас фотобумага формата А4, то это здесь тоже будет формат А4. И ориентацию он выбирает автоматически, книжная, альбомная, либо по вашему желанию. Вдруг вы захотели в альбомной ориентации напечатать книжную фотографию, ну это по вашим непосредственно уже желаниям. Мы нажимаем кнопочку «Print», происходит отправка фотографии непосредственно на принтер, после чего мы ждем некоторое время, и он уже должен начать сейчас вот печатать. И мы подождем и посмотрим на результат. Та-дам! И наша фотография замечательной Анастасии, которую вы можете встретить очень часто в нашем инстаграме, она уже готова. Из того, что я хотел бы еще... Наверное, мы поставим Анастасию здесь, вот так вот, чтобы она смотрела на вас, а мы смотрели на нее. В общем, пускай здесь стоит. В чем суть еще основная этого принтера? Во-первых, когда вы проходите регистрацию аккаунта HP на их сайте, вы получаете плюс 2 года гарантии. Это круто, это вы точно будете уверены, что на протяжении 3 лет у вас принтер
точно будет работать. Это раз. Во-вторых, Hewlett-Packard неоднократно отмечались тем, что их устройства, они всегда высокого качества. То есть, действительно, это одно из лучших из того, что есть на рынке. И третьим примечательным для меня фактом является съемная печатающая головка. Когда она выработает непосредственно свой ресурс, вам не нужно будет никуда идти, никакой сервисный центр, вы просто покупаете новый и сами спокойно его заменяете. Поверьте, вот здесь вот все устроено максимально просто. Все вот просто для таких вот, повторюсь еще раз, как я. Одной рукой спокойно все меняешь, все можно подключить и так далее. Непосредственно сам процесс подключения тоже очень простой и интуитивный. Вы вставляете нужные детали в нужные отверстия, после чего даже без ПК, вот этот МФУ ни разу еще не подключался к ПК, со смартфона, с помощью приложения подключается к Wi-Fi сети, настраиваете, проходит тестовый режим, и все, это устройство готово. Компания Hewlett-Packard заявляет, что вот этой полностью заправленной системы SNPC достаточно для того, чтобы распечатать до 8000 цветных фотографий и до 15000 черно-белых документов. То есть это безумно экономное устройство, идеально подойдет для студентов, например, там, не знаю, со своими коллегами в общежитии собрались деньгами, купили такой принтер, и все, на 5 лет, пожалуйста, у вас есть на чем печатать, и более того, можно еще и зарабатывать. Зарабатывать на том, что будете распечатывать документы для своих соседей, ну, либо за еду, ну, там уже как сами решите. Помимо этого, естественно, как повторюсь еще раз, это не просто принтер, это МФУ. И здесь у нас есть еще возможность сканировать непосредственно сразу на смартфон. То есть, если, допустим, вы стыкались с тем хотя бы один раз, что вас спрашивают ваши ксерокопии паспорта, а у вас его с собой нет, то в таком случае вы просто берете свой паспорт, кладете вот сюда, непосредственно со смартфона все это сканируете и отправляете по электронной почте. Либо сохраняете себе на смартфон, чтобы 100 тысяч раз постоянно с этим не бегать. То есть это удобно, это практично и это полезно. В итоге я хочу сказать, что это безумно крутой МФУ. То есть действительно, я как бы вот, чтобы я от принтера получал какие-то эмоции, а тут действительно вау. То есть круто, по-умному все сделано, приложение есть, скачал, установил, распечатаешь прямо со смартфона, либо с Инстаграма. И, конечно же, розыгрыш, само собой. Условия его очень и очень простые. Вам нужно поставить лайк этому ролику, это первое. Второе, конечно же, подписаться на канал. Третье. Ссылку на этот ролик нужно репостнуть себе в социальную сеть под названием Facebook. Ну и в комментариях, конечно же, оставить ссылку на этот пост. Я думаю, доступно, да? То есть лайк поставили, подписались, после этого репостнули это видео себе в Facebook. Ну а нам в комментарии прислали непосредственно линк, ссылку, посылание на непосредственно свою социальную сеть с этим постом. То есть условия крайне простые, победить очень просто, а за такое устройство вообще красота. Так что ставьте лайки этому ролику, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе и любим всех вас, приходите к нам еще.